Часто путешествуешь? Пора на этом заработать. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 популярных интернет-магазинов с кэшбэком. Бронируй отель, билет или тур и возвращай деньги за покупки. Всем привет! Вот знаете, есть смартфоны, берешь в руки который и сразу хочется себе такой же. Пофиг на цену, пофиг на технические характеристики. Он обаятельный, шустрый, а на остальное плевать. Именно так можно охарактеризовать героя сегодняшнего обзора. Meizu M3S. Но поверьте, у этого малыша, кроме обаяния, есть еще козыри в рукаве. И ща я вам про всех их расскажу. Поехали! Обычно, покупая ультрабюджетник, не ожидаешь получить приятное устройство, а тем более из металла с отличной сборкой. Но Meizu M3S смог. У него внешние данные флагманского стандарта. Металл, который приятно холодит руку, 2,5D стекло Sensation Cover, который создает ощущение целостности аппарата, и самое главное, у меня наконец-то смартфон в сером исполнении. Смотрится он потрясающе, и пофиг, что на нем лучше видны отпечатки моих грязных лап. Дисплей 5 дюймов, IPS, HD с тачем на 10 касаний, при заявленных 380 кондов на квадратный метр неровня Redmi 3S по яркости. На ярком солнце трудно что-то разглядеть на экране, но ночью при минимальной яркости не хочется сделать подсветку поменьше. Матрица тут очень коварная. Если смотреть под прямым углом на яркие цвета, то все окей. Но если наклонить экран, то заметна инверсия цветов. Особенно четко это видно на темных участках изображения, где черный превращается то в синий, то в серый, то в белый. Так что коварный план Meizu по запутыванию пользователей не удался. Моя тебе оценка 7 из 10. И то только за наличие разблокировки по двойному тапу. Meizu M3S поставляется в двух версиях, 2.16 и 3.32. Постоянка во всех случаях расширяемая, в один из слотов для сим-карт вместо симки можно воткнуть флешку. У меня на обзоре младшая версия с 2 гигами оперативки типа LPDDR3 и 16 у постоянки EMMC 5.0. После загрузки системы без софта доступно около 1,2 гигабайт, сейчас со всеми мессенджерами и Google сервисами около 1. Постоянки из 16 доступно 10. С оперативкой больших проблем нет, но не стоит ожидать от аппарата сверхмногозадачности, и для лучшей производительности лучше взять версию 3.32. В качестве процессора в Meizu M3S используется 8-ядерный Mediatek MT6750 с тактовой частотой до 1,5 ГГц, а если быть точнее, 4 ядра Cortex-A53 1,5 ГГц и плюс еще 4 ядра также Cortex-A53, но уже с частотой в 1 ГГц. В качестве видеоускорителя используется Mali T860. В Antutu эта связка набирает ожидаемые 36 тысяч попугаев, другие бенчмарки цифрами также никого не удивят, так что че их пока. Ведь обзоры длиннее 10 минут все равно никто не смотрит. Тест на тротлинг. Начало. Ультра настройки графики. 40 FPS. Конец. 29,8. Потеря 9,6 FPS. 27%. Низкие настройки графики. В начале 55,1. В конце 42,9 FPS. Потеря 12,2 FPS. 22%. Да, тротлинг злой, но при желании с ним можно жить. С нагревом все немного не так, как я ожидал, ведь связка из HD экрана и маломощного процессора должна была положительно сказаться на тепловыделении, но нет. Даже металлический корпус не спасает. Температура на батарее в пике составляла 46 градусов, на ядрах стабильно держалась в районе 60. В руках нагрев ощутим, бывает даже немного приносит дискомфорт, но с учетом ценника данное упущение можно и простить. А с учетом того, сколько данный малыш живет в стресс-тесте, так вообще нагрев покажется мелочью. Стресс-тест батареи 3 часа 51 минута. Все-таки сказывается емкость аккумуляторной батареи в 3020 мАч и HD экран. В целом прекрасный результат, но в стресс-тесте вел себя аппарат не очень адекватно. Оболочка сильно лагала, несколько раз выбивала Epic Цитадель, так что сверхпроизводительности от M3S не ожидайте. Плюс в статистике разряда батареи в конце есть небольшой спад. Начиная с 10% телефон начал резко разряжаться, и я еле-еле успел сделать скриншот. Это можно было бы простить, если бы в реальной жизни не было того же самого. Начиная с 10% смартфон резко разряжается, только и успевай бегать до розетки. Заряжается смартфон от стокового зарядника долго, около 3 часов. От других зарядников способен потреблять до 5 вольт 2 ампер, соответственно заряжается быстрее, около 2-2,5 часов. Игровая производительность без рекордов, но поиграть при желании можно во все. Тротлинг в играх сказывается, но опустив настройки на средний или немного ниже средних, можно добиться приемлемой плавности. В обзоре на Meizu M3 я уже показывал вам игры, можете посмотреть все там. В M3S ничего не изменилось. Для полноты картины покажу вам тут Modern Combat Blackout и ваши любимые танчики, ведь без них вы меня с потрохами сожрете. Эти игры идут нормально, не на уровне.
ультрах, танки в онлайне хорошо прогревают аппарат, но для нетребовательного геймера сойдет. Заядлые танкисты берут, конечно же, Redmi Note 3 Pro. Meizu M3S поддерживает 4G сеть в широком диапазоне частот. Alldel и Билайн в Казахстане ловят без проблем. Китайские версии аппаратов от международных сетями не отличаются, можно смело брать на Алиэкспрессе смартфон и экономить, или брать у себя в городе, это будут два совершенно идентичных устройства. По спутникам GPS в GPS-тесте и по карте смартфон ориентируется быстро, как навигатор использовать Meizu M3S можно. Но обычно это людям не интересно, всем интереснее узнать про камеру. Камер тут две штуки. Основная камера 13 мегапикселей, апертура f2.2, 5 линз, двойная светодиодная вспышка и автофокус. Фронталка 5 мегапикселей, апертура f2.0, 4 линзы, широкий угол обзора и фирменная технология Face IE Light Boost. Качество съемки у камер приемлемое, но не более того. Фокусируется долго, ночью при недостаточной освещенности много шумов, динамический диапазон, как и в любой другой бюджетной камере. Ни меня, ни моего оператора, который делал эти снимки, качество особо не впечатлило, но и ничего плохого мы о качестве готовых снимков мы сказать не можем. Порадовала детализация, не порадовала сильная дисторсия по углам картинки. Руками в мануальном режиме разрешают подкрутить выдержку вплоть до 10 секунд, ISO, настроить фокусное расстояние, поправить экспозицию, насыщенность, контраст и баланс белого, что для ультрабюджетника как бы дофига. В стоковой галерее можно еще делать кое-какую постобработку, этим ничем смартфоны Meizu за 100 баксов не отличаются от смартфонов Meizu за 400. Респект и уважух, чё. Максимальное разрешение для видео Full HD как для основной камеры, так и для фронталки. Видео получается так себе. Лично мне не понравилось, как звук пишет видео, но может я и придираюсь. Кстати, тут еще есть слоумо, выходит тоже не очень. Оригиналы фото и видео есть в архиве, архив лежит на облаке, ссылка на облако есть в описании под этим видео. Пройдите этот чертов квест и зацените, если вам оно интересно. Также с примерами фото и видеосъемки можно ознакомиться в моем профиле в Instagram. Звук из наушников без каких-либо особенностей, довольно плоский, с недостатком басов, как по мне, а вот звук из внешнего динамика отвратителен. Он тихий, постоянно хочется делать громче, а вот когда сделаешь громче, хочется наоборот сделать тише, потому что он хрипит, ну и само собой ни малейшего намека на басы. Стоковый плеер позволяет немного покрутить эквалайзер, но и это не спасает. Самым главным изменением M3S по сравнению с M3 стал сканер отпечатков пальцев, встроенный в подэкранную кнопку M-Touch 2.1. Она, как и во всех Meizu, многофункциональная. Одинарное нажатие — возврат домой, одинарное касание — возврат на один пункт назад, двойное нажатие или долгое зажатие можно запрограммировать, например, на блокировку экрана. Кнопка ровная, не щелкает противно, как в прошлогодних моделях, сканер срабатывает быстро, четко, редко ошибается. Свайпом и жестом в системе уделено большое внимание. Например, меню многозадачности вызывается свайпом от нижнего края вверх. Но вот вам фишечка. Многооконность. Напротив некоторых запущенных приложений есть значок «Окно». По нажатию на него можно выбрать, какие два приложения будут одновременно работать на одном экране. Мой аппарат из обзора работает на Flyme 5150G. Брал я смартфон в Китае, прошил на глобалку самостоятельно, подменив идентификатор. В прошивке уже были Google сервисы и поддержка всех языков. Но самое главное, это поправили надпись «Перезагрузить» в меню перезагрузки, и она теперь ровная. Каких-то претензий по прошивке у меня нет, все работает адекватно, но случаются подтормаживания интерфейса, если открыто много приложений. Сами приложения запускаются не супер быстро, но, наверное, оно аппарату и не нужно, ведь на момент обзора он стоит $114, а с учетом кэшбэка от Letyshops эта сумма может стать еще меньше. За такие деньги я просто не имею права выпендриваться и говорить что-то плохое про прошивку. Так что подведем плюсы и минусы. Плюсы: сборка, материалы корпуса, внешний вид, а также серый цвет, который просто муа. Энергопотребление и качество аккумуляторной батареи, камеры с учетом ценника, наличие сканера пальца, которого так долго ждали фанаты, и стабильность операционной системы. Минусы: звук из внешнего динамика и коварный дисплей, который только кажется хорошим. В итоге я скажу, что Meizu M3S мне понравился. С учетом ценника я не вижу смысла придираться к мелочам и часами рассусоливать над несуществующими проблемами. Это очень приятный смартфон с отличной ценой, которая оправдана отменным качеством. Приятно знать, что за 100 с небольшим долларов можно купить хорошее устройство, у которого будут еще и козыри в рукаве. Он позволяет себе гораздо больше, чем просто ультрабюджетник, и доставляет удовольствие своему владельцу.